Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть в Half-Life 2, эпизод 1. Ну-ка. Эпизод 1. И... сейчас у нас пока идет все путем. Сюда. О, все по новой. Пойдешь его? Перебила? Ну давай. Где ты, падла? Арбалет. Какая прелесть. А я уже должен постерить и думал, что свет стоит. Думал, уже не будет ни всех этих плюшек. Да. Так. Что ты мне хочешь предложить? А, вот оно. Где пряталась. Нет. Вот так. Именно вот так. Вот они. Да подождите. Ты зачем туда пошла-то? Что там хотела увидеть? Спокойно, граждане. Без паники. Это наш последний день на Титанике. Вот так наши, не наши. Спокойно, подожди, за что запасало так? Так-то нельзя. Я их убью. Один остался. А, это вот как я должен был, да, получить? То есть за счет чьей-то смерти. Не открывается дробовичок. Ага. А где еще? Спокойно. Ой-ой-ой. Давайте-ка посмотрим. Ты меня ударил, подлец. Сюда! Да я понял, что сюда. Подожди. А там не получится. Ну пошел отсюда, козел. Что вы здесь делаете? Вам же сказали, уходите из города. Комбайны делают все, чтобы нас задержать. Мы пытаемся собрать людей и пробиться к станции. Выжившие прячутся в бункере неподалеку отсюда. Ты можешь нас туда отвезти? Еще бы. Идемте сюда. Пойдемте.
туда. Конечно, вы все-таки бестолковые. Вам говорят, бегите, вы, блядь, стоите. Что за пеньки боссами? Эй, это я, открой дверь. Он что, говорит-то так? Скажи пароль. Пароль. Я даже не скажу тебе заткнуться. Проходи. Эти поля препятствованы формированию определенных... Доктор, здравствуй. Нет. Мой отец... Отдохни, доктор. Правильно. Некогда нам смотреть телевизор. Не могу присесть. Так. Ох ты, значок опять. Идем, идем. Тревога. Что за тревога? Найдем другой путь. Ха-ха, жги их! Не понял. Разметала? Это хорошо. Как ангели тут. Давай посмотрим, что здесь. А, кто? Это была подстава, конечно. Ну ладно, сам виноват. Надо было по краешку идти. Так, а мне сейчас выходить, да, отсюда надо? А я смогу вообще отсюда вот так вот? Вот таким путем выбраться. Подожди. Как он вообще мимо тебя прошел? Ой-ой-ой-ой-ой. Куда это я попал? Гордон! Что? Алекс! Не верю глазам! Ох, как ты вы живой. Сумели выбраться из цитадели? Мы точно не знаем. Но в этом каким-то образом замешаны вортигонты. А ты как уцелел, Барни? Все ничего. Только с ума схожу. Нас обнаружили! Вот черт, Гордон! За тобой снова хвост! Кто там? Мы выкрали из цитадели кое-какие записи. Я в них еще не разобралась. Но должно быть, они очень важные. Весь альянс спустился за нами в погоню. Нас вынуждают торопиться. Надо уходить. Вы знаете, что из города можно выехать только на поезде? Мы хотим взять станцию штурмом. Хорошая идея. Полицейский, вбивший в свою тупую башку, что должен защищать Сити-17, пеняет на себя. Мы с Гордоном можем пойти другой дорогой и запутать комбайнов. Люди успеют сесть в поезда, а мы догоним чуть позже. Ладно, как скажете. Смотрите сюда. Показывай. На станцию можно пройти по крыше. Идите туда. Я спущусь на улицу и соберу всех, кто хотел ехать с нами. Встретимся на станции. Заметано. Идем. Пошли. Гордон,
Пока ты еще здесь, мне надоело всюду ее за собой таскать. О, наконец-то. Это последнее. Так что, не теряй ее, ладно? Два. Ну вот, иди, видишь. Иди, Гордон. Она ждет тебя. Повезло уже парню. Не завидуй. Увидимся на станции. Ты чё, что охотник? Чё, я должен испугаться, что ли? Улетел твой охотник. Внимание! Защитные поля отключены. Так. Ну пойдем, пойдем. Давай. Всё. Проходим. Вот это. А ты думал, ты в живых останешься? Ага, сейчас. О. Спокойно. Прямо в цель. Конечно. Нормально? Мне кажется, просто здорово. Да. Дрожь бросает. Нормально. Внимание. Защитные поля. Так. Вот это мне нужно сейчас. Кто? Где кто? Видел, как меня изрикошетили? Ты видала? Как меня там изрикошетили? Ну, вон они. Давай. Первый готов. Во-во-во-во-во. Давай, второй. Они ждут, когда я лестницу спущу. Да. Так. И да, да. Опаньки. И я уже здесь. Не хочет открываться. Давай посмотрим, какие двери тут тогда будут открываться. Не открывается. Нам нужны лекарства. Не открывает. Вот это откроется. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Заслала, да? И они там еще. Видела? Вот так. Здорово.
Ух ты, у меня болты были. Ну куда ты ушла? Блин, я думал, ты стреляешь. Такс. Подожди, да подожди ты. Долбится с двух сторон. Поправим здоровье. Нет. Да подожди ты, куда ты бежишь? Уйди, бестолковая. Да уйди ты. Дуга. Вот так. Вот теперь welcome. Что я тут делаю в туалете-то? Ну, интересный вопрос. Так, так, так. Да. Окей, да? Я не вижу тебя, вот что проблема. Спокойно. Сейчас мне с тобой придется попердохаться, да? Вау, не так, не так я себе это хотел сделать. Бежим, 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 бежим. Поехали.
хорошо, что это не стреляет. Так, эта штука еще не будет взрываться до конца. Ого, но ничего. Не знаю, что и... Да, Гордон, ты просто зверь. Конечно. Думаешь, ему конец? Врежь ему на всякий случай монтировкой. И на, на. И, блин, эта хрень падает. Вот так. Где он ракеты носит? Только не это. Пулемет свой. Вот так. Нормально сработал. Так, стой, стой, стой. И опять буквы. И опять буквы. Подожди. Что-то я не совсем понял, что щелкнуло-то? Что это такое было-то? Ага, вон оно что было. Там мина была. И давай ко мне. Нет. Берем, берем, берем. Мину тоже берем. Ничего себе тут лекарство. Дробовик. Давай еще сюда. Пойдем. Не беспокойся. Нормально ты? И с дробовиком управляешься? Подожди. Вон тебе еще одна мишень вылазит. На свет божий. Ты. Давай посмотрим, что здесь. А ничего там нет. Идем дальше. Все нормально? Да, у меня вот эти много патронов. Че, нормально. Хотите на дробовиках поучаствовать? Давай на дробовиках. Вот так вот. Вот вам всем. Ой-ой-ой. Да. Конечно, больно. Кто бы сомневался. Да не сюда. Господи, глупая матрешка. Сзади. Конечно. Кто там еще? Сзади. Не. Я на него любовался. Давай-ка сюда зайду сначала. Вау.
Во-во-во-во-во-во. А ты как думала? Так, ну-ка давай-ка с тобой вот сюда сходим, посмотрим. Вот так, энергии возьмем. Что, они там уже перебили друг друга? Спасибо. Пожалуйста. Подохнуть хочешь? Спасибо. Господи. Такая маленькая, такая глупая. Ага, здесь еще тоже что-то есть. Куда бежать? О, нет, на себе, сказал я себе. И ради чего-то серборта можно хоть узнать. Но. Ради того, чего у меня полно. Ладно. Идем сюда. Огонь. Огонь. Не попала, не попала, не укусила. Вот так. Да. Да. Вот так. Вау. Сейчас догорит он там. Ну, я думаю, рационально использовал, да? Давай. Что ты мне тут несешь? Ну ладно, хоть узнали, что здесь. Сильно мы не пострадали. Да. Ну да. Ну что ж, на этом все. Подписываемся на мой канал. Ставим лайки, оставляем ваши комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока!